Арктическая малина или северный апельсин – так называют, пожалуй, самую знаменитую и полезную ягоду Заполярья – морошку. Именно она занимает почетное место на столах жителей округа и не только. Сезон сбора ягоды недолог, поэтому, несмотря на погоду и гнус, многие спешат собрать морошку не только для себя, но и на продажу. Компоты, варенье, кисели и различная выпечка. Что только не готовят хозяйки из морошки. Кто-то, пользуясь возможностью подзаработать, собирает ягоду в больших количествах и продают в местные магазины и точки общепита. Мария и Борис семьей в этот сезон собрали почти 100 килограмм морошки на продажу. Весомый вклад в семейный бюджет. Примерно 20 июля начались как бы смотреть морошку. Она пока такая рохлая вначале, но потом она становится мягкой и... Первое время мы собирали около, рядом, где от поселка. Так, потом мы решили съездить на избушку всей семьей. Поехали и собирали там, были там 3-4 дня, по-моему, так. Так, собирали. Там морошки много, она такая мягкая, уже сочная. Наилучшие вкусовые качества, конечно же, у свежей ягоды. Но и замороженная морошка сохраняет все полезные свойства, да и хранится дольше. В одном из городских кафе в этот сезон набрали и заморозили почти тонну ягод, чтоб хватило на год. Ягод мы приняли ровно столько, сколько нам нужно на год. Мы уже можем анализировать по прошедшим годам. Мы принимали ее достаточно дорого, поэтому мы закрыли сбор практически... За пару дней. Сейчас мы принимаем жимолость, сейчас мы принимаем клюкву, голубель, чернику. Из морошки здесь готовят не только всем известные блюда, но и мармелад собственного производства. Мармелад пользуется огромным спросом. Как я сказала, мы варим его уже каждый день, маленькими партиями, чтобы он всегда был свежий. Гости в гостинице прям разбирают, в магазинах поставки практически ежедневные идут. Также мы отправляем в Москву, в Архангельск, в Вологду, в Ярославль. В Казахстан уехала сейчас партия 10 килограмм. Как говорят в местных кафе, именно блюда из морошки пользуются большей популярностью. Калитки с морошкой, пироги на заказ изготавливаем, ягодный микс туда тоже входит морошка. Ватрушки пользуются популярностью. А в этом сезоне мы приняли 400 килограмм морошки у населения. Народу очень много сдавало. Спасибо им огромное. Надеюсь, на сезон нам хватит. В общем, эта северная ягода в любом виде может заменить и апельсин, и другие фрукты по содержанию полезных витаминов. Александра Литкова, Катерина Тайбарей, Владислав Носкин, Вадим Стасюк, телеканал «Север».